Мне директриса звонила. Что это за драка? Ты же вроде не дерешься. Да ничего, это фигня. Просто он напал из-под тишка на меня, начал руками махать. Я понял, понял. У меня другой вопрос. Чего ты ему не навалял тогда? В смысле? В коромысле, ты рожу свою видел? Ты что, безрукий? Ну, ты нахрена боксом тогда занимался? Пап, во-первых, я недолго занимался. Во-вторых, я же не буду драться. Зачем мне это? Антон, ты Алексеев. И что? Бьют, давай сдачи. Пап, я 100 раз тебе говорил, я не ты. Руки подними. Зачем? Руки подними. Вот, двигайся. Руки, где руки? Подбородок ниже. А ноги, ноги, ноги не вялые. Ноги, ну, ай! Да блин, щенок.